17 лет тюрьмы за участие в двойном убийстве. В Верховном суде Дагестана состоялось заседание по уголовному делу об убийстве сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида Нурбагандова. 21-летнего Азиза Джамалудинова судили по 7 статьям. Обвиняемому грозило 20 лет лишения свободы. По версии следствия, он находился в составе так называемой избербашской бандгруппы. В зале присутствовал отец и братья героя России Магомеда Нурбагандова. Напомним, что недели ранее суд отложил рассмотрение дела ввиду неявки потерпевшей стороны. Нурбагандовы были убиты 10 июля 2016 года в лесу неподалеку от Сергакалы. Именно Магомеду принадлежит фраза «Работайте, братья», с которой он обратился к своим коллегам, сотрудникам силовых служб за несколько секунд до смерти. Задать подсудимому вопросы журналистам не разрешили, но в суде находились его родители. Он мне то, что говорил, приехал. Я очень-очень сожалею, что так случилось. Я перед ними, я даже был бы, он говорил бы, да, отец, я стрельнул, там было вот так. Он ничего не делал этому человеку, Нурбагандову. Рассмотрение судебного разбирательства длилось несколько часов. Обвиняемый Азиз Джамалудинов осужден на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит штраф в 100 тысяч рублей. Дело второго участника Артура Бекбалатова будет рассматривать Северокавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону. Остальные участники бандгруппы были уничтожены в ходе спецоперации.